Добрый день, дорогие владимирцы, братья и сестры. Сегодня мы поговорим о крестопоклонной неделе Великого Поста. В середине поста Святая Церковь, чтобы укрепить нас в духовной жизни, укрепить в подвиге, выносит на середину храма Святой Крест, распятие Господне. И мы, поклоняясь Кресту Христову, поем тропарь. И для нас это большой пример. Господь, обращаясь к своим последователям, говорит: «Кто идет за мной и не несет креста своего, тот меня не достоин». У христианина, конечно, не такой крест, который Сын Человеческий претерпел, но крест – это жертвенник, всемирный жертвенник, самая страшная казнь, которая была в Римской империи. Распинали только самых больших злодеев. И вот Господа, который не совершил никакого греха, а наоборот, только ходил, учил людей добру, доброму пути в жизни, его пригвождают ко кресту по ложному, конечно, обвинению. И мы всегда должны помнить о том, что путь христианства, путь христианина – это жертвенный подвиг. И жертвенный подвиг уже ради Христа. Мы, конечно, могли бы жить и как все общество ни в чем себя не ограничивать, но мы ограничиваем себя ради спасения. Мы понимаем, что надо исполнить в жизни то, что заповедовал нам Христос, чему Он учил, и это в своей жизни воплощать и применять для того, чтобы быть Христовыми. И если человек не несет этого креста, значит, он и не идет по этому спасительному пути. Господь всех нас спас на кресте. Теперь мы должны усвоить плоды этого искупительного подвига Христова. Как мы их усваиваем? Вот святые отцы на такой путь нам предлагают, что мы, во-первых, должны призывать имя Господа нашего Иисуса Христа, которое по Священному Писанию выше всякого имени, небесных и земных, и преисподних. То есть за этот жертвенный подвиг Господь получил имя у Бога Отца, которым мы спасаемся, призывая сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, мы получаем благодать даром, потому что уже все мы спасены, и мы только должны, призывая это имя, получать благодать. И, конечно же, осенять себя крестным знаменем, этим символом жертвенного подвига Христова. Преподобная Мария Египетская, житие которой читается Великим постом. Есть там такие слова, когда она беседовала с старцем Зосимой, что осеняйте себя чаще крестным знаменем, потому что тоже это дает божественную благодать. Мы знаем, что бесы трепещут этого крестного знамени. И поэтому, когда человек осеняет себя крестным знаменем, во-первых, он исполняется мужество Христово, он уже не боится искушений, препятствий, гонителей, мучителей, трудностей в этой жизни. Он несет крест Христов, который его подкрепляет, утешает. И мы помним, когда Христос шел на Голгофу, нес свой тяжелый крест и упал, и женщины иерусалимские, которые смотрели на это, заплакали все. И что Господь им говорит? «Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и своих детях». И мы также должны понимать, что, взирая на крест Христов, мы плачем не о Его страданиях, мы понимаем, какие они были великие, а вот должны плакать как раз о себе и своих детях, и своих соотечественников, потому что многие не идут этим спасительным крестным путем. И поэтому и многие несчастья обрушиваются на нашу страну, на каждых людей, и поэтому мы не можем никак построить благополучное, процветающее общество, потому что для этого необходимо
сердце человека приготовить, чтобы оно было добрым, сострадательным, умело прощать, умело помогать другим людям. Взирая на лик Господа нашего Иисуса Христа, мы видим, что Он ищет среди нас тех, которым нужно помочь, посылает добрую мысль, посылает добрых людей, нужную книгу, и все это вовремя для того, чтобы мы возрастали в этой духовной жизни воинов Христовых, которые борются с этим злом и внутри себя, и в человеческом обществе. Господь наш Создатель, и Он знает силы и возможности каждого из нас, и для нас существует в Церкви, мы в календаре церковном можем найти множество примеров святых, которые были и святителями, и крестьянами простыми, и рабочими, и императорами, и князьями. У каждого человека свои силы, свои возможности, свое здоровье, свои таланты, но это является не препятствием к нашему спасению, а наоборот помощью. Только самое главное, чтобы этот талант человек не зарыл в землю, а употребил на свое спасение. Ну, естественно, что мы люди слабые, немощные и иногда ропщим, и надо понимать, что ропот – это самое страшное, потому что вся духовная жизнь перечеркивается, если мы пороптали. Мы должны безропотно нести крест трудностей в нашей жизни. Поэтому Господь призывает всех нас молиться. Если мы изнемогаем, то обязательно должны призывать Господа, Матерь Божию, святых угодников нам в помощь. Для этого и Церковь посредине поста, для тех, кто действительно изнемогает от поста, выносит Святой Крест, чтобы мы, взирая на него, подкреплялись в своей духовной жизни, в своем духовном подвиге. Если подвига нет, то нет и никакой духовной жизни. Всех святых, которые записаны в нашем календаре, мы называем подвижники веры и благочестия. И некоторые даже проливали кровь. И возьмем пример с наших новомучеников и исповедников. Их унижали, и оскорбляли, исцелали и в Сибири, и на Соловки. Но они оставались верными Христу, потому что они понимали, что все здесь временное, и слава, и мучения, и трудности, и процветание. Все здесь на земле временно. И необходимо потерпеть и быть мужественным воином Христовым, как говорит преподобный Ефрем Сирин. Если вы уже находитесь на войне, то не только наносите удары, но могут нанести удары и вам. И поэтому не надо скорбеть, стонать и гнуться под этими ударами жизненными. Они служат только к нашей пользе духовной и указывают нам на то, что мы идем правильным, спасительным путем, потому что широк путь, пространен, ведущий в гибель, а в Царство Небесное узкий и скорбный путь. И надо обязательно потерпеть все эти трудности.